Всем привет! Похоже, мы подходим к ключевому моменту в борьбе с коронавирусом. Началась массовая вакцинация. Она уже вскрыла ряд проблем. Но ВОЗ и наш Минздрав уверяют, что только вакцины способны остановить пандемию и избавить нас от необходимости носить везде маски и соблюдать социальную дистанцию. Правда, на первом этапе пользоваться такими привилегиями смогут не все. Вы, наверное, уже слышали, что казахстанцев хотят разделить по цветам. С кого-то снимут часть ограничений, а другим придется посидеть дома. Это норма многим не понравилась. В обществе даже заговорили о нарушении конституционных прав. В ответ на это власти обещают, что процесс будет добровольным. Есть и другие доводы в пользу этой инициативы. Сейчас во всем разберемся. Поехали! В чем идея с разделением цветов? Есть 4 статуса – красный, желтый, синий и зеленый. Цвет зависит от того, болен ли человек коронавирусом, является ли он контактным, есть ли у него отрицательный ПЦР-тест, получал ли он вакцину. Статусы отслеживаются с помощью QR-кодов, которые разместят на входах. Посетителям нужно будет скачать приложение Ашык и занести в него свои данные. Работает это просто. Человек открывает приложение, сканирует через него QR-код и узнает, можно ли ему зайти внутрь. Красный статус означает, что человеку нельзя выходить из дома. Желтым цветом обозначаются контактные лица. Им можно ходить в продуктовые магазины и аптеки, но нельзя отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Для людей с синим статусом ограничений в передвижении нет, но их могут не допустить к объектам, где наличие ПЦР-справки обязательно. Зеленый цвет означает, что у человека такая справка есть. Для него открыты все заведения и учреждения. Изначально технологию планировали внедрить в общественных местах, ТРЦ, магазинах, ресторанах. Но пока в пилоте участвуют фитнес-клубы, спа-салоны и бассейны. Всего систему пропуска ввели 55 компаний на добровольной основе. Причем по поводу ТРЦ и магазинов позиция уже поменялась. Пока там внедрять этот формат не планируют. Однако в обществе такую идею все равно приняли в штыки. Сразу же появились мнения о том, что подобное разделение казахстанцев незаконно. На страницах приложения Ашык в Play Market и App Store можно встретить много гневных комментариев. Пользователи считают, что приложение нарушает конституционные права человека, вводит сегрегацию, разжигает социальную рознь. Так ли это на самом деле? Тут приведем мнение юриста Аскара Каймакова с портала Tengrinews. Конституционные права – это право избирать и быть избранным, право на жизнь и так далее. В этих правах людей никто никак не ограничивает, никак не лишает, не ущемляет. Идея этого пилотного проекта в том, что когда вы хотите посетить заведения, бани, спортзалы, спа-центры, кинотеатры, во время ужесточенного карантина у вас должно быть приложение, где будут присваивать QR-коды разные, и при входе вы сканируете. Скажем, 100 человек посетили какое-то заведение, потом один из них госпитализируется, у него выходит положительный тест. Все, кто с ним был в этот момент, они сразу же получают желтый статус, либо красный, пока снова не сдашь ПЦР. Разжигания социальной розни тут тоже нет. Юрист пояснил, что под этим термином понимаются другие ситуации. К примеру, если бы всем казахстанцам начали присваивать статусы, исходя из их материального или социального положения. Но есть все-таки один спорный момент. Цитируем Аскара Каймакова. «У нас есть гражданский кодекс, где написано, что в случае акцепта публичной оферты вам обязаны предоставить эту услугу, либо продать тот товар, который был предложен неограниченному количеству лиц. Если вы пришли, например, в баню, баня предлагает неограниченному кругу лиц свои услуги, и вот законодательного основания для того, чтобы вам отказать в предоставлении этой услуги, не будет, потому что у вас есть такой тест. Либо для всех нужно эту баню закрыть, либо не закрывать ни для кого. Вне зависимости от каких-то результатов. Это по закону». Понятно, что эти нормы были прописаны в кодексе задолго до пандемии. Она, в принципе, заставила нас жить в новых реалиях, и под нее так или иначе приходится переписывать законы. Согласитесь, что норма кодекса не учитывает ситуации, когда предоставление услуг неограниченному кругу лиц может нести угрозу здоровью или жизни этих же лиц. Ключевой вопрос теперь, а кому станет легче от того, что казахстанцев разделят по цветам? В теории – бизнесу. Такая система позволяет снять часть ограничений с заведений. Например, в кинотеатрах и ресторанах можно будет не соблюдать требования о частичной заполняемости залов. Также эта инициатива может помочь тем сферам, которые сейчас полностью простаивают. Тут процитируем первого зампреда Наспалата Атамекен Наримана Абильшейкова. «Если практика себя зарекомендует, то будем вносить предложение в Минздрав, в санэпидемконтроль для применения этой практики для других отраслей.
которые еще не возобновили свою деятельность или работают с ограничениями. Получается, что если, например, караоке-бар или даже ночной клуб согласится пускать внутрь только людей с зеленым или синим статусом, то они смогут открыться и работать легально. Кому еще идея может понравиться? Тем, у кого есть соответствующий статус. Он дает им полную свободу. Причем проще всего получить пропуск во все заведения будет тем, кто получит вакцину. Тут стоит напомнить, что по плану Минздрава в этом году вакцинируют до 6 миллионов казахстанцев. А говорить о полном снятии карантина в стране можно будет только после того, как привьются свыше 50% населения, то есть более 9 миллионов человек. Эти цифры до сих пор кажутся сомнительными, учитывая резонанс вокруг массовой вакцинации и общее недоверие казахстанцев к системе здравоохранения. Но, скорее всего, разделение по цветам тут сыграет положительную роль. Согласитесь, звучит заманчиво. Вакцинируйся и ходи куда хочешь. Вот только массовая вакцинация, которая стартовала несколько дней назад, уже вызвала массу вопросов. На каждом брифинге Минздрав утверждает, что процесс полностью добровольный. На первом этапе прививаются медики, и у них тоже есть право отказаться. И не раз говорилось о том, что за отказ от прививки никакой ответственности не предусмотрено, и любые притеснения по этому поводу будут незаконными. Но это все в теории. А что на самом деле? Через три дня после старта вакцинации в СМИ появились две новости. Первая из Талдыкургана, где после прививки в обморок упала медсестра. Правда, потом появилось объяснение, что она страдала дистонией, и в тот день она просто переволновалась. Но главное в новости другое. После этого случая коллеги-медсестры отказались от прививок и заявили, что на них давит руководство, якобы угрожают увольнением, если они не вакцинируются. Правда, в Минздраве эту информацию быстро опровергли, но без подробностей. Просто сказали, что информация не соответствует действительности. Никого не принуждали. Вторая новость пришла из Тараза. В соцсетях появилось видео, на котором, как указано в описании, работников скорой помощи также принуждают вакцинироваться и грозят отстранить от работы. Местное управление здравоохранения также дало объяснение, и оно оказалось более подробным. По официальной версии, на видео водители скорой помощи, работающие в красной зоне, то есть контактирующие с больными. С ними разговаривала заместитель главного врача, и ее якобы неправильно поняли. На самом деле, как говорят чиновники, она имела в виду, что водители, не получившие вакцину, будут переведены в зеленую зону с сохранением рабочего места и заработной платой. Тем не менее, в Минздраве пообещали провести расследование по этому поводу. Еще один странный случай произошел в Караганде в первый день вакцинации. Там местный житель смог привиться, несмотря на то, что не является медиком. Он просто пришел в прививочный центр. Его осмотрели, спросили имя и ИИН, а затем поставили укол. Никаких проверок больше не было. Скорее всего, сейчас этот процесс уже налажен, и случайный человек вряд ли сможет сломать систему. Но прокол уже случился, и он подпортил репутацию системе здравоохранения. В конце еще раз поговорим о самой вакцине. Как известно, на первом этапе используется российский препарат «Спутник Ви». Несмотря на старт вакцинации, выяснилось, что препарат до сих пор не зарегистрирован в Казахстане. Это признали в Минздраве, пообещав исправить ситуацию в ближайшее время. Параллельно с этим вышла публикация в научном журнале The Lancet. В нем создатели вакцины подвели промежуточные итоги третьей фазы испытаний. Если вкратце, то самое главное – это данные об эффективности спутника, которую оценивают в 91,6%. Более того, авторы заявляют о 100% защите больных с тяжелым течением коронавируса. Также в публикации есть данные об относительной безопасности для разных возрастных групп, в том числе для пожилых людей. Можно ли доверять этим данным? В целом, да. Журнал The Lancet является авторитетным изданием, в котором есть публикации и о других вакцинах, в том числе об американской Pfizer, которую ждут в Казахстане во втором полугодии. В исследовании спутника приняли участие 20 тысяч человек. Это довольно много. В предыдущей публикации о российской вакцине говорилось лишь о 38 испытуемых. Были и случаи нежелательных эффектов. Некоторые добровольцы после прививки ощутили простудные симптомы, головную боль и общую слабость. Но почти во всех случаях побочные эффекты протекали в легкой форме. Также за время испытаний 4 пациента скончались. Но один из них вместо вакцины получил плацебо, то есть пустышку. Еще в двух случаях смерти произошли от осложнений коронавируса. Причем заболели эти добровольцы на 4-й и 5-й день после укола. А как известно, к этому времени иммунитет у них еще не формируется. То есть пациенты, скорее всего, заразились до вакцинации. И еще по одной смерти обстоятельства еще предстоит выяснить. В целом, публикация внушает оптимизм. Если вакцина такая, как ее описывают создатели, то волноваться казахстанцам не стоит. В заключение хотелось бы сказать, что многие инициативы кажутся правильными, однако постоянно возникают проблемы на этапе реализации. Но несмотря на то, что борьба над вирусом нам, да
и всему миру дается очень тяжело, надежда на победу лично у нас есть. А как думаете вы, когда мы вернемся к нормальной жизни? Пишите ответы в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. Нам всегда есть о чем с вами поговорить. На этом все, берегите себя и до скорой встречи.